от Дискорда в игре. Непонятно. Мне это очень не нравится. Как дела? А? Как дела твои, говорю? Нормально, нормально. А твои? Мои лучше. Потому что наконец-то мы играем в PUBG, а не во всякую хуйню. Возможно. Я что-то уже сегодня пригорелся. Что, блядь, Марвин, не понял. В Соляново, что ли, катал? Да. Ну, я в Соляново вообще не могу. Мне дико скучно. Просто бегаешь, бегаешь один. Мне кажется, Соляново тут можно только на школу падать и рофлить. Ну, блядь, вчера ты отлучился. Ваня не захотел играть. Угу. Чисто взял 2 топ-1 и спать пошел. Нормально. Я сегодня с утра просто вставал. И это. Поэтому вчера как-то было не особо в кайф. Засиживаться. Ну то я знаю, вот это зашел в папку, но на пару каток в эту игру нельзя зайти. Ты если зашел, то это минус 6 часов. Да, это жестко. Так, а что у нас вообще? Хуй так это. Полная. В рожок можно. Ну погнали. Блин, рожок в последнее время что-то вообще не вставляет. Так, разминочно. Там что-то и лута мало. Такое. Или на починке лучше? Выбирай на себя. Ладно, давай рожок. А то в первый хотелось бы хоть немного поебашиться. На починке, мне кажется, мало людей будет. Погнали. Кто-то летит вообще? Я никого, по-моему, не вижу. Тоже не вижу пока. Поебашлись. А, они... Пара человек есть. Летят на ту сторону. Да. Не, не на нашей стороне, они через дорогу будут. Через дорогу? Не, через дорогу. Не, я на той стороне имею в виду, на той стороне города. Они не побегут к нам? Пойду ангар сдут, а? В таком случае. Так, у меня одна узиха. Не то, что хотелось бы иметь в этой игре. Ой! Это был я. Как же, блядь, сам напугался. Дробаш, охуенно. У меня до сих пор ни хрена одного зиха. Я имочку нашел. Везет. Один через дорогу перебежал, видел. Окей. Оружие, походу, не выйдет сегодня. Он далеко от меня перебегал? Или близко где-то? Ну, он с того конца, вон он, где гараж.
бегает. Угу. Понял. Угу. Лаги. Бля, я что-то играл вчера в доту с Ростелекома, с которого я могу играть в пупк. Мне пиздец как лагало. А в пупк надо с Ростелеком играть, а в доту с Билайна. Что, блядь, за хуета? Тебе вторая каска нужна? Не. Что за уебанские времена? Ебать. Это у них... Это у нас два склада, типа? Да. Ебанули, что ли? Калаш нужен? Да. Здесь, на первом. Найс. Вот это четко, ебать. Предлагаю тебе ебать их в очко. Да. Блять, вот это ты пиздец не прав. Забайте. Я пробегаю, короче. Бля, видел чела. Прибежал. До дом. Давай, давай, поднимайся. Бля, сейчас дом сядет. А вот за этим красным домом был. Слева от меня, слева! В доме или... Да, в доме, по-моему. Есть смачок? Я скинул есть. Сейчас. Блять, нажал же. Да похуй. Хилюсь. Перепрыгнул забор. А в доме был, да? Не, на улице, за смоком. И где? Я вот рука на второй этаж дома зайду. Я тебя в смоке сбросил. Кого? Весь лут. В смысле? Прямо он. С ДПшкой лежит, если надо. Он сбросил? Да. ВТФ? Пьяный, да. Бля, мне знатно дал. Ебал, почти все разбил. Броник половину. Энергетик могу один дать. Дай мне нормально. Ну он и пидор, конечно. Ты в доме бегаешь? Да. Компенс есть еще один на Эрку. Возьму потом. Ты не помнишь, где вторая каска была? В гараже. В гараже, в этом? Вот здесь. На втором. А что это он так расстроился? Не пойму. Нормально все было. Непонятно. Не, блядь, где друг его? Че он чилит? Непонятно. Дружочек, пирожочек. Я за каской пошел, а то на красный мне. Аккуратней. Вот, смотри, второе имя. Где это кто? На горе. Да, и с горы съехал. А, слышишь, он сюда, по-моему, едет? По-моему, двое. Вверх. Стоп, нет. Они хотят поебаться. А, вижу их. Далеко? Где? А, на холме, там. Выше меня? Или просто напротив? От меня на НВ.
Сейчас метку дам приблизительно. Вот здесь они. Угу. А, вижу. Хорошо, у тебя. Я бегу. Это разминочная, походу, да. Очень плотная. Бля, я так хуёво дал по челу. Не нокнул. Инфо. Не знаю пока ничего. На мне один. Один на крыше. Эпизод. Блять. Неловко вышло. Я даже не видел. Ты первый раз когда чекал? Ну ты типа выглянул, он был снизу. Я думал, ты заметил, потом ты передвигаешь прицел, смотришь наверх. Бля, я что-то вообще с клашей поебанно зажал. Надо было по пулечке ебашить, не выебаться. Да уебался. Опа. Опа. Спасибо за ресапренда. 27-летний. Не, дота сегодня не это. Не алло. В доту я сегодня не готов играть. Совсем не готов. Разве что после пубга, но очень сомнительно. Очень сомнительно. Хромат, какое тебе пиво, тебе 18 нет? Не, свояк нахуй. Свояка точно не будет. Все квалы? Стрим. Да я играю-то. Посредственно весьма. Какие квалы? Так, в футурике можно поиграть. Возможно. Если я буду... Ну, хоть немного подздрачу. Типа участвую, чтобы сосать бибу, не особо перспективно. Блять, мы опять вдвоем шли. Хотя нет, там что-то летит какой-то. Залетный едет. Трое залетных. Я на казарман свою. Или на медовую. Ты на какую? Да я думаю, на одну надо упасть. Окей, давай на эту тогда. Блять, почему не сразу респится? Серьёзно, блядь. А.
Он один, кстати, по-моему, был. Несчастный случай случился. Че, он упал? Разбился. О, прикол зато нашел мне. Я, короче, медовый буду лутать. Угу. А на дорожный кто-то падал, ты не видел? Не видел. Вроде падали. Вроде. Угу. Да, есть. На ней, по-моему. Почекаешь в окно? Угу, сейчас сек. Не, пизда. Да как он не нокнулся вообще? Что за бред? Там на дорожную еще пачка прибежала. Сколько я ему пуль дал? Первый броник? Внутри. Да, внутри. Первый броник? И он не нокается. Налево, наверное, убежали в комнату. Ебать у меня. Черно-белые дни. Он был, блядь, как инвалид. Я хуй знает, я пуль 5 ему въебал в грудак. Ему поебать. Плохо. Она, конечно, вышла как чемпион. Они вдвоем решили зайти. Блин, кто вообще так делает? Вдвоем заходит. Через одну дверь. О. Что-то я погорячился большой. Че там? Виделка? Да, не, у меня просто... Наполовину починился. Спектатор мод. А тут еще пачка. Дорожная была. Так это с дорожной были, типа? Нет, там еще прибегали. Прибежали. Ага. Блядь! На одиночный стоял. Шли-ка вы нахуй. На медовый поднимается, не? Нет. У меня звуки забагались. Сидим как крыс. Не, пиздует не про нас. Опа. Угу. Как же ты ебёшь? Бывает. Делаем так, это так. Блять, ни у кого аптечки нет. Что за прикол? Так у тех по-любому будут.
Не, ну сегодня, походу, тот самый день, когда надо 3 часа сосать хуй, а потом уже можно убивать людей. Добрый вечер, Шторм. Спасибо за ресабыч. 18-месячный. Ебать, в 2 ствола меня порешали. Ладно, 6 забрал. Мясной, ты чё въебываешься? М? Поясни. Началось, да. Давно это у меня был AirConnect, но... Не Reconnect, а AirConnect. Найс. Вот с первого раза. За базар, поясни. Ну, потому что выигрывать становится уже слишком легко. Самое интересное — это подходить от фида к победным каткам. А когда ты уже начинаешь побеждать, то там уже почти каждый вин. И это становится неинтересно совсем. Вот. Такие дела. Так что не уебуйся. Я просто еще не раздуплился. Вот именно. Зрители неинтересны, когда сразу побеждают. Зритель что хочет? Посмотреть, как стример фидит. Посмеяться над стримером. Поовнить в чатике. Ты готов ебать? Да, я готов. О, вот кажется, будет весело. Да? Да. Наконец-то. Думаю, на дорожную чел ходит, что ли? Ну, мы на дальнюю. Мы на дальнюю. Ебать, сейчас будет. У нас весело. Конкуренция, кстати. А он... Я предлагаю вниз сразу ебашь, на крышу мы не успеваем. Так, там какой-то пулемет учело. Я на второй этаж пойду сразу лутать. Давай, я тоже. А, нет, на первом тут дробашер лежит. Вторая каска на том углу. У нас есть помчал. В казарме? Да, снизу. Okay. Но это не точно. Okay, я жду. А, нет, точно. Снизу? Ну, слышишь, топает тот. Можешь на крыше бегать. Я выстрел так слышу. Да, чё? Да, с той стороны был. С твоей. Нихуя нет вообще. Чётко. Вторая каска. Где? Есть. Вот здесь. У меня дробаш один, брат. Тут еще вторая. На брат, той стороне. С левой стороны. Чекает меня, чекал меня. Я на улицу прыгаю. Подбегает чучел.
А ей каленый? Он каленый, он каленый, с двумя попаданиями. Хорош. Бля, кто ты? А дробаш, конечно, полное дерьмо. Бля, ну в таких местах, если нету оружия, это, блядь, забей вообще. Да, это грустно. Не, вообще можно падать на дефолт. Там больше вариантов найти. И потом бежать уже казарму штурмовать. А то так ты заперт в казарме и жрёшь дерьмо. Я просто по КД в последнее время падаю на дороже. Почему, не знаю, но там больше прёт, чем на этой, на дальней. Блять, у меня дропнулась игра. Не успеешь перзать? Не знаю. Пытаюсь. 36 секунд. Десять секунд. Ну я нажал. Continue. Да? Да. Вот, ты успел. Четко. Погнали починочки? Погнали. Попробуем. Вообще, по статистике, на дорожную больше людей падает. Вот так вот. Может быть. Откуда у тебя такая статистика? Я наблюдательный человек. Понятно. И замечаю то, что на дорожную всегда кто-то падает, а на дальнюю не всегда. Я с гаража, наверное, начну. Давай. Что там посылает. Боже, как же я идеально выпрыгнул. Блять. У тебя конкурент. У меня конкурент, и я обосрался на него. Он на меня. Он вроде тебя свернул. Да, топает, слышу. Сука, у меня как обычно идет пистолет. У него дробаш. У меня тоже один пистолет. Го, выбьем его, двоечка. Их двое. А, вижу, на втором бегает. Да, да. В соседнем еще раз. Я его прыгал. Блять, напугал. Идем через дорогу у Танюши. Пача. А нет прислан ли что? Next3 только есть. X4 нашел. А то у меня скар, а у него сам знаешь. Ну X4 могу дать, если с ним комфортно. Давай похуй. Вообще нихуя нет. Как обычно. Каску вторую нашел. Я пошел дальше. Вот го. Есть тут в соседнем доме. А этот лута нет там? В котором мы сейчас? Да. Не было лута. Я вот УЗИ нашел, и миник.
как будто спрыгнул. Блять, первый этаж оглядывал. Брат. Давайте я скину скар. Тихо. Блять. Я скар скинул. В дверь зашел. Сука. Я не пойму, вот я сейчас перезарядился, блядь, нажал, а он не стрелял.